Да, так он Киев. На стороне одесситов площадка родная, на которой 2 недели назад они выиграли Кубок Украины. Уверенное начало чемпионов Украины. На подаче Сергей Попов. Отличный обводящий удар в исполнении Сережи Сергиенко. Четыре один. Мощнейший удар Сережи. 2-4. Напомню, турнир проходит при поддержке постоянного партнера и спонсора Ассоциации пляжного волейбола Одесской области, компании «Черниговская». Отличный блок в исполнении Алексея Дёнина. И счет становится 6-3. Напомню, Сергей Попов, чемпион мира среди молодежи 21 год. Yeah.
сори. И опять Алексей. Человек-чехол. Да, это мастерство. Сергей Попов, защитные действия. Классика пляжного волейбола. Верды от Александра Лысянова. Сам подал, сам забил.
Отличный розыгрыш 12-15. Thank you.
Перерыв берет команда Одесса. При счете 12-17. Давайте поддержим команду Одессы. Ребята, отблагодарят нам хорошей игрой. Отличный мяч забивает Сергей Попов со сложной передачей с глубины площадки. Сережа, надо стараться, на кону упаковка пива Черниговская. На подаче мастер спорта Александр Лысяный. Это хорошо. И Сережа тоже. Интрига! 17-19. Первая партия, напомню. Финал Кубка Черниговского.
Первая партия со счетом 21-17 выиграли Попов Денин.